звонит мне весь день, может, что-то случилось? Может, он занят, может, он телефон дома забыл, может, он с друзьями ушел. Да Миша не звонит 33 минуты 54 секунды. Уже 34 минуты. А вы что, разве встречаетесь? Нет, может, у него просто дела. Какие у него могут быть дела? Его единственное дело это Пришли результаты за экзамены. У меня одна пересдача, прикинь. Нашлась, за чего париться. Это же какая-то учеба, никому не нужно. У меня за экзамен троя. Мне не на одну нормальную работу не возьму. Кому я такая нужна буду, необразованная? Надеть вообще нечего. Да забей, какая разница, мы идем только до магазина. Да мне надеть вообще нечего. Мы же только до магазина выйдем. А если я встречу свою судьбу? И вообще, должна выглядеть как истина. Лена, может, по шампусику сегодня? Да не, ну нет, я не буду. Сегодня, кстати, по лунному календарю нельзя. Саня, а гости не по винишку? Не, Лен, прости, точно не сегодня. Мне завтра вставать на экзамен в 7 утра. Что значит у тебя завтра экзамен? То есть тебе какой-то экзамен важнее, чем я? Ты оставляешь меня один на один в сложной ситуации? Саня, приготовь что-нибудь пожрать. Вкусненькое что-нибудь. Антон, я тебе не домработница. Я в первую очередь твоя девушка, а самое главное, я твой друг. О, друг. Так, мы же этот бабский сериал не будем смотреть? Бро, все, я футбольчик у нас наконец-то. Иди за пивачком себе, я пока найду канал. Бро, слушай, братан, а тебе вообще какие девушки нравятся? Там брюнетки, блондинки или, может, рыженькие? А? А то даже, да, вот как тебе... Могу вам предложить красное вино. Ты чё, угораешь? Нам пивасика неси с братаном, да? И орехов, да, Санёк? Ну чё, братан, счёт пополам? Антон, извини, я была не права. Я хочу быть снова просто твоей девушкой. Ты чё, братан? Нам же так хорошо вместе было, бро! Ну ладно, ладно. Я сейчас всё вкусненько приготовлю. О, носки-то тоже потирай! Саша, соберись! Все, погнали! У каждого из нас есть... Нет, это есть не у каждого. У каждого из нас есть друг, который очень любит... Нет. У каждого из нас есть такой друг, очень общительный, который любит... Вот такие вот! Длинные, монотонные, голосовые сообщения. Он любит рассказывать все, что он ел, что он пил, что он видел вокруг себя. И рассказывает он это же, конечно же, вам. И вот ты его как бы слушаешь и думаешь, когда же ты уже заткнешься? Мой друг. Соберись! Трепка. Если у вас имеется такой дружок, то отметь его. Такого общительного друга, чтобы он этот умерил свою общительность. Я все сказала. 2018 год я объявляю сильным и независимым. Мне ни один мужик просто нафиг не нужен. Короче, вчера с таким парнем познакомилась. Виталик. Имя-то какое красивое. Я решила, что Виталик это моя судьба. Я сильно независима. Хрен с этой независимостью. Алло, Виталик? Привет. Это Лена. Узнал? Кто значит не узнал? Все мужики просто козлы. 2018 год я объявляю независимым. Не зависти от этих... Виталиков! Первое число – это понедельник. Никакого алкоголя, правильное питание и ежедневный спорт. Не с этого же понедельника начинаем новую жизнь. Ё-моё! Следующего понедельника – новая жизнь, спорт, правильное питание и никакого алкоголя. Алло, Антон, я тут твою машину поцарапала. Домой быстро, блин! Ага, щас. Антон, прости, пожалуйста. Ну я же просил тебя, не бери мою машину. Ну, в принципе, она застрахована. Я еще давай собирался, пойду сейчас. Антон, а можно мы с девочками в клуб сходить? Конечно, нужно. Вы же давно не видели. Вот, сходите, подушите. Антон, я хочу вон ту вот сумочку. Нет, Саня, мы недавно совсем тебе купили. Ну ладно, плюс-минус одна сумка. Я буду цезарь с курицей, сэндвич, блинчики, потом мясной бургер, мохито и пинаколадо. Тебе немного? Ну ладно, несите все. Ну и где ты шлялся? О, ты мне скинул свою новую песню? Сейчас заценю. Сейчас я тебе буду ставить плюсики и минусики. Погнали!
Я немного не поняла. Третья секунда песни, а ты так и не сказал, как сильно ты меня любишь. Начало уже не очень. А вот за это я тебе ставлю плюс. Но я бы изменила. Да-да-да, ты очень красивая. В смысле таких, как я? Я вообще-то единственная. Почему ты не знаешь, кто я? Мы встречаемся с тобой полтора года. Да я не выношу тебе мозг. А то, что ты мне не даришь сумки, туфли, платье. Я с тобой точно пойду. А куда? То? Нет, я пойду с тобой только в ресторан. Мне песни посвящают. В смысле, забирай свой шмот? Я ж прикалывалась. Да это хорошая песня. Мотив классный. Ну, или что там этот? Песня. Привет, Лен. Саша, ты слышала, твой бывший записал песню про тебя? Не-не. Не слышала? Ну, ты послушай. Я так и знала, что он про меня запишет песню. Но я к нему не вернусь. Фиг ему. О, я расстался с телкой. Мне пиздец хуёв. Я так и знал, что он страдал. Алло, мам, прикинь, он страдает. Я расстался с тёлкой. Алло, Даня? Послушай меня внимательно. Тёлкой ты будешь называть свою новую тёлку, понятно? Я расстался с тёлкой. Да. Мне пиздец хуёв. Ага. Мне пиздец хуёв. На самом деле похуй. Что? На самом деле похуй. Она была не очень. Кто был не очень? Я была не очень. Алло, я не поняла. Не очень. Да я лучшая девушка, которая была в твоей жизни. И лучше у тебя никого не будет. Ну, может, мне в конкурсе красоты мисс Букоскопи поучаствовать? Да участвуй где хочешь. Тут вообще-то главный приз 200 тысяч долларов. Долларов? И образование в Швейцарии. Ну, конечно, начнешь учиться. Надо, чтобы Ленка не узнала про этот конкурс. А то она со своими атрибутами выиграет все. Саня, Антоха, здорово. Привет. Ты что-то смотришь на меня постоянно? Да, Антон, ну какого фига ты постоянно смотришь на нее? Лен, ты пока садись, мы сейчас придем. Да-да, вы там общайтесь, я пока в интернетике посижу. Что за мисс Букоскопи? Конкурс красоты. А это моя тема. Я видела уже не первый раз, замечаю. 200 косарей на шопинг в Женеве. Мама дорогая. И образование в Швейцарии можно получить. А мама говорила, что не образованно вырасту. А я вон образование в Швейцарии собралась получать. Я чувствую, у меня просто все шансы есть. Надо скорее зарегистрироваться. Так, ребята, хоро ругаться. Я вообще-то тут конкурс выигрываю. Господи. Я только... Сашень, алло. Лен, привет. Как твоя подготовка к экзамену? А что, у нас завтра экзамен? Ну да, завтра же по политологии. А, по политологии? Да, я все знаю. Какая ты молодец. Я тоже почти все выучила. Давай, до завтра. Что за предмет политологии? Блин, завтра же политология. Ладно, как-нибудь там завтра разберемся. Слава богу, я сдала. Блин, я думала, не сдам. Господи, как я рада. Так, а за что мы сейчас пятерочку получили? Если честно, то по барабану за что. Классный фильм. Ну что, я погнал? Давай провожу. Пока-пока, Паша. Класс, на лыжах покатались, правда, все тело вообще болит. Нормально оторвались, подрастили, вообще офигенно! Да, у меня тоже что-то все мышцы болят. А помнишь эту Ленку с пятым размером? Снега дофигища было, у меня даже палки проваливались. Да, мне даже лыжи пришлось смазывать, прикинь. Потом всю ночь во всех себя отжигал. А потом еще, помнишь, Герман присоединился к нему. Вообще перестал замечать. Да тебе кажется. В смысле кажется? Что за х**а происходит? Нет, ты меня реально не замечаешь.